Ребят, привет всем! 23 июня сегодня, а у меня еще не установлен капельный полив. Такого не было никогда. Что-то я стала тормозить, ничего не успевать. Вот смотрите, система водопроводная вот этой из трубы ПНДшки. Здесь у меня установлены старт-коннекторы под капельную ленту. На зиму все остается здесь в огороде. Сейчас мне надо перетащить на мои грядки, разложить и прикинуть, как все это собрать, куда крепить капельную ленту. Вот эта часть у меня от трубы запылилась вот за зиму. Это таймер, это фильтр, это кран. Приступаю. Собрала временно капельный полив. На уличные грядки в теплицу мне не хватило комплектующих. Так как я его переделываю, нужно будет тройнички купить. Вот это у меня идет труба от станции, от скважины. У нас дома скважины. Здесь я вставила вот такую пипку на быстросъемник. Здесь у меня кран. То есть, если на улице дождь, этот кран перекрываем, чтобы огород не поливался. Дальше идет у меня труба. Это вот старые капельные ленты. Здесь отвод у меня на помидоры. На арбузы. Так вот соединила. Не нашла такого этого двойника ровного соединителя. Мимо теплицы. Впоследствии мне нужно будет сделать здесь тройник поставить. Здесь тройник. Около этой теплицы. Между ними должна быть труба. И уже полив на теплицу пойдет. А может и не буду делать. Может вручную буду поливать. Теплица же недолго палить. Дальше пошла труба по всему огороду. Вот старт-коннекторы на чеснок, на лук, на морковь, на свеклу, на капусту. Сейчас буду отрезать капельные ленты и присоединять. Вот такие у меня заглушки капельной ленты. Пользуюсь уже несколько лет. Видите, они уже такие ржавчиной покрылись. У кого нет заглушек, можно узелком завязать ленту. Я покажу, если у меня не хватит. Капельная лента у меня в этом году российского производителя. Обычно я покупала импортную, хорошую. Ну, посмотрим, как с этой будет поливать. Шаг у нас. Сколько у нас шаг? 20 сантиметров. Ну что? Сейчас я проложу вот по этой грядке ленту и присоединю ее к старт-коннектору. Ну вот полив участка вот этой всей территории мной собран. Видите? Капустка, свекла, морковка, лучок. У меня не хватило капельной ленты. Я буду соединять из кусков остатков. Или, может, новую бухточку куплю. И вот здесь на чесночок немножко не хватило. А вот здесь повреждена лента, дырочка. Очень облегчает труд, конечно, капельный полив. Самое главное, единожды собрать магистраль. Впоследствии грядки уже формировать под размеры старт-коннекторов на капельных лентах. Часа два уйдет, если на такую территорию. На укладку ленты, может, даже меньше. И все, пожалуйста, полив готов. Вот здесь тоже на помидорку пустила. На арбузике. Сейчас я вам покажу. На арбузике в грунте. Лента у меня не щелевая, а как правильно, имитерная, имитентная. В общем, вот с такими капельницами. Шаг 20 сантиметров. Вот так, ребятки. Немножко облегчила себе я жизнь. Не буду столько времени тратить на полив. Здесь у меня комплектующие веками всякими хранится. Здесь старые ленты. Разберу ее еще. В общем, нужно мне купить тройнички на такую трубу
по-моему, не помню, насколько, на 20. Сделать вот так вот разводку от теплицы к теплице и к магистрали подсоединить. И здесь уже подключить каплю уже к тепличкам. Так что делайте полив, сажайте большие огороды, и будет все у вас расти без очень трудной работы на полив. Ну все, пока. На что бабе огород, коли баба стара, коли бабе за 100 год, кипник певна зара.